Всем привет! Посмотрите, какая красота у меня раскрылась. Вот такой шикарный астрофитум. Какая вообще очень красивый. Я прибежала быстренько с работы. Хочу показать вам, какая же красота. Как он выглядит классно. Многорядность. Цвет переходы от желтого немножко оранжевого к малиновому. Хотя само растение по себе как бы не сильно-то привлекательное. Ничего особенного в нем нет. Зато цветки красивые. Так, перед вами еще один астрофитум. Тоже посмотрите, ничего особенного. Растение как растение. Совершенно без крапушек. Зато какой красивый цветок. Лососевый. У этого только немножко внешние лепесточки розоватые, а остальные вот такие кремовые. Зато у него какие крапушки. Насыщенные, здоровские. Этот не успел раскрыться, пока я была на работе, но он тоже раскрывался. Вчера смотрела, замечательно, по-моему, даже выставляла фотографию. Очень красиво. А, я только, наверное, в WhatsApp выставляла. Ну вот, тоже простой красавец. Простой-простой, припростой. Супер кабута, астрофитум, астериас. Уже скоро зацветет вот и этот астрофитум красивый. Интересно, простые астрофитумы, колючки немножко разные, крапушки разные, цветки разные. Приятно наблюдать за такими растениями. Скоро раскроется вот эта мериастигма. Так дни проходят. Пока на работе они цветут. Если вместе с вот этим раскроется еще мериастигма, будет очень здорово, потому что можно будет получить семена. Очень надеюсь, что у этого астрофитума не переродятся бутоны в детки, как это было предыдущие года. И там есть два бутончика четко выраженных. Будем надеяться. Посмотрим, какое будет цветение. Если будет, будет с чем перепылить, я его обязательно перепылю. Потому что он такой многодетковый, да. Вот прям каждая ареола содержит деточку. Ни разу, правда, еще не цвел. Но мне очень нравятся его крапушки. Вообще он прям какой-то такой орнатумный. Такой культивар орнатумный. Еще одна мериастигма пытается зацвести. Надеюсь, что будет все замечательно, процветет. Надеюсь, и на семена тоже, кстати. На этом все. Небольшое видео красоты. До свидания, берегите себя. Всего доброго.